Damarcaba. Damarcaba. Abkhaz eti, kartveli, kartveli, zhabi. Вы с Абхазии? Ага, да. Как там наша Абхазия? Скажите, расскажите. Она в Грузии, я грузин, уважаю, это самые прямые наши, и братья, и сестры грузины. Это мы, но не более другой. Ты думаешь, я русских уважаю? Нет. Они и так хотят нас взять. Правильно. Правильно, Тенгиз. Вот если все думали бы, как вы, да, Тенгиз, все было бы отлично там. А почему-то эта платформа пошла наоборот. Не пользуемся с этим моментом, чтобы нормально поговорить, нормально пообщаться, а убедиться в том, что на самом деле не враги. А все, что это замутила Россия, чтобы осознать да, это, да, чтобы да, вернуть молодец, все обратно. Да. Ты умная, умная девушка, молодец. Я знаю это все, что это Россия сделала, что кто нас натравился. Про последнее время. Я уже замечаю, что многие это уже говорят. У многих открылось глаза. Мы самые это, близкие братья из Кавказа, вот так если взять. Точно. Мы братья. Точно, точно. Грузины. Да. Тенгиз, вы взрослый человек. Мне интересно, как вы смотрите то, что абхазский язык потихоньку исчезает? Ага. Правильно ты... Правильно, потихоньку на русском наша молодежь начала разговаривать. Я вот здесь вот соседа, мы по-абхазски говорим некоторые, а в основном все на русском разговаривают. Исчезай, ты молодец, ты. Она правильно говорит. К сожалению, да, правильно. Сейчас данный момент происходит... Я уважаю, знаешь, грузин, что вы русский язык по-русскому не говорите, по-английски и по-грузински. А у нас абхазцы по-русски говорят. Абхазский исчез, ты правильно говоришь. Ты моя сестра, ты правильно говоришь. Тенгиз, вы замечаете, что сейчас данный момент на самом деле, но это тихоря потихоньку именно делается геноцид абхазского народа. Да, геноцид, исчезновение, да. Чтоб исчезло. Я видела, в телевидении показывали, как сам матеря отказываются, чтобы их дети учились абхазского языка, из-за того, что они не могут уже помогать, они сами Юрик, не знают. Вот с кем я говорю, девчонка очень, да, даже умненькая, культурная, умненькая история. Просто я не хочу, чтобы с вами потом, у вас потом проблемы создались или что-то. В смысле, какие проблемы могут быть у нас? Оттуда, не от меня. С грузинами я общаюсь хорошо, очень меня даже приветствуют. Молодец. Я того, что у нас, что вот это братоубийственное произошла война, это какие-то политики, причем мы не при чем, ты и я не при чем. А? Что я сейчас грузинам, у меня грузины сколько в Сухуми здесь жили с нами. Я с грузинами больше общался, чем с абхазами. Каких я ребята знал? Что, враги друг друга, что ли? Сколько я грузинов со связями был, мы друг друга уважали, на похороны ходили, и то, это вообще... Больше, я имел! Да, говорю, грузины наши враги, что ли? Эти политики сделали, нас неправильно поставили путь. Сколько? Вот у меня все в техникуме учился, и там,
грузины, у меня все друзья были. Образование нормальное, но с грузины со мной сидеть, грузины. Я общался техникум и во всем вот так вот. Никогда, да, ты абхаз, ты русский, ты грузин, у нас такого не было. Вообще, откуда они это взяли? Почему они нас врагами сделали? Да здравствует Грузию! Да, да, да. Гаумарджос, Сакартвело! Сакартвело, Гаумарджос! Сакартвело! Абхазец из Гаумарджос тоже! Абхазец, Гаумарджос, Сакартвело, Санертат! Да, 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 да. Вот ты, патриотка своей страны тоже. Конечно, конечно, конечно. Вы скучаете по этому? Какие-то политики. И, конечно, а что? Я жал, ора, тынгу, тынгиз. Вот так вот мы шли в кафе, это. Вот так. А потом это кто-то войну у нас создал. Мы при чем? Ты думаешь, я грузин ненавижу, что ли? Грузины там ни при чем. Наши политики все сделали. Наши абхазы и грузины тоже ни при чем. Русские нас... Ауросуропора, русские. Они наши сестры, братья. Я что, против грузин, что ли? Почему ты? Что, вот эта девочка, она при чем? А что ей скажешь? Даже его брату. Он пришел воевать, что ли? Наши политики это сделали, Зурик. Наши политики во всем виноваты. Они мои сестры, братья! Очень эмоциональный. А? Очень эмоциональный эфир. Ваш друг, по-моему, даже плачет. Да. Знаешь, он же воевал между грузин и абхазцев. Кто? Что русские сделали вот это, русские? Грузин и абхазцы, чтобы мы воевали. Я на связи был, я не... Никого не убивал. Вообще не пошел бы. Вообще не пошел на войну. Нахер мне нужно. Своих братьев убивать. Запретишь себя, надо признаться. И вот эта вражда, что... Всегда братья были. С этой войной... Не выиграли ни Абхазия, ни Грузия, ни Тбилиси, да, ни остальной Грузия. Только выиграл Россия. Больше никто не выиграл. Да, да, да. Пишут. Ах, я смотрю. Сегодня поедем. Как нас примут и убедят? Мне знаете, что интересно еще? Люди, которые переходят на линию и попадают в Тбилиси, с ними же очень хорошо обращаются. Сам государство для них делает все бесплатно. Лечение бесплатно, учиться бесплатно. Вот как убедиться, что на самом деле это не так, как их зомбируют? Почему они не могут это все видеть? Вы молодец. Как думаете, как будет реакция, если решится так, чтобы присоединилась Абхазия опять в Грузии? Я... Лично не то, что присоединилось, а чтобы мы оба в хорошем мире жили. А что, грузины враги наши, что ли? Нет, конечно. Но. Самый большой враг Абхазии – это Россия. Русские нас. Я против Грузии ничего не имею. Нас рассорили, это русские. Нас войну сделали, это русские между нами.
А так мы единый.